Всем привет, друзья! Вы на канале X-Previt. Меня зовут Виталий, и сегодня у меня на обзоре такая игра, как под названием Scary Boss 3D. Да, ребят, сейчас очень актуальны эти игры, всякие Teacher 3D, Vampire 3D и тому подобное, поэтому я решил скачать и посмотреть на эту уже игру, версию с боссом. Но вы, ребят, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, кто еще не подписан, и напишите свой комментарий, нравятся ли вам Scary игры. Так, нажимаю, давайте старт. Так, эпизоды здесь, короче, что мы должны будем делать? Так, опять всякие уровни, да? Ну, короче, будем, наверное, делать то же самое, что делали в предыдущих играх, брать и, наверное, приносить неприятности нашему боссу, который вечно нас орет и вечно нам хамит и вечно нами недоволен. Нельзя быть нами недовольными. Ну, нельзя, ну никак. Мы все-таки работаем, мы стараемся, мы ценные сотрудники. Единственный минус, блин, опять пишут они на английском. Да когда эти игры начнут уже писать на русском? Ну, блин. Опять нам вечно надо будет что-то догадываться, как что тут доделать. Но у нас есть, ребят, ноги, отлично. Так, есть у нас даже карта. Карта, походу, будет нам показывать, где кто находится. Так, нам надо идти, получается, сюда. Открываем нашу дверь. И здесь кто-то сидит, кстати. Так, ну окей, мы подобрали. Теперь мы берем и возвращаемся. А, не возвращаемся, точнее, идем в какой-то другой кабинет. Получается, тот кабинет, в котором нам надо сделать что-то, находится... Ну, у нас на карте отмечен такой красной линией, зеленым точнее, зеленой точкой. Добро пожаловать в мой офис, короче, такой вот. Но он страшный, реально он страшный. У него даже глаза, посмотрите, какие-то краснючие. А, то есть, типа, он меня, типа, взял только что на работу, что-то в этом роде получается. Нет, спасибо, не надо. Давайте продолжаем, ребят, играть. Идет такой, знаете, великий босс. А почему у него картинка этого босса? Что с ней не так? А, он типа, короче, ей темчик отправил, да? А, это его секретарша, наверное. Так, окей. И что нам надо здесь сделать? Так, это мы должны по-любому подобрать. Это наша папочка. Что такое? А, вот. Че это? Блин, ну... Так, взяли, окей. И теперь идем дальше. Так, это типа я, это типа кабинет, в который нам надо попасть. Но я это уже и так понял, судя по точке. А, или то типа мой кабинет. Так, заходим к боссу. Слушайте, аж красной линией здесь все отмечено. И мы типа отдаем ему папку. Он меня уволил. Он меня уволил. Потому что, типа, долго я ему это все приносил или что-то такое. А, не, он сказал, типа, покинь мой офис. Что-то, типа, не мог это сделать раньше. Походу, нам сейчас показывают то, из-за чего мы на него, типа, обозлимся или что-то в этом роде. Короче, не знаю, ребят. Будем просто играть. Так, мне надо идти в кабинет босса. Кабинет босса. Я не знаю, где находится кабинет босса. А, вон, вижу. На карте вижу. А, может... Ага, я понял. Стоп. То есть мне надо дождаться, пока он пройдет. Мне кажется, нам главное не попасть в его поле зрения, а именно на эту красную линию, которая от него отсвечивается. Так, и вот теперь, ребят, мы начнем приносить ему проблем. Так, одну розу, получается, мы стырили. И теперь мне надо успеть вернуться назад. Двери закрывать не буду, зачем? Пусть будет открытой. Так, мне сюда куда-то надо или куда? Так, а что дальше мне с этой розой делать? Get back to your seat, boss is coming. А вон он идет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. То есть мне нельзя попасться ему теперь, да? Что-то в этом роде? Блин, ну когда начнут на русском уже писать? Ну, блин, я понимаю, что английский тоже учить надо, желательно, возможно. И, кстати, я смотрю, работяги везде. Но, блин, это неинтересно. Блин, вот что мне дальше делать? Просто дождаться, пока придет босс и увидит, что нет одной розы? Или мне надо было секретарше подарить эту розу? Так, ну здесь обед, типа, столовая.
Может к нему попасться, типа дать ему эту розу? Типа смотри, я у тебя взял и тебе вернул. Ну вот мы ждем, пока Мисс Лун сейчас туда зайдет. Так, тут нам ничего не надо. Нет, здесь нам ничего не надо. Здесь сидит менеджер, закроем дверь. Так, ну вот, он вернулся. А, он должен сесть. Ну вот, он вернулся и сел. Что дальше? Он идет обратно сюда. Не понимаю, что мне надо делать, ребят. Не понимаю. Я типа уволил тебя. Ну да, ты меня уволил, только я не понял, что мне нужно сделать. А, может мне эту розу надо ему на кресло положить? Типа роза, она же острая, ну как бы, да? Ну, точнее, иголки. Да я понял, что мне нужно остановиться. Этот босс сейчас пока мисс пройдет, блин, полдня пройдет. Так, все, мы двигаемся. А он там всем, короче, что-то рассказывает, на всех там что-то орёт. Так, взял. Подождите, тут только что была рука. Ассистент, что-то... А! Да, вот мы и подарили розу. Я так и думал, ребят, что нам придется просто взять и подарить розу. А вторую розу мы взять можем? А босса здесь нет. Но он долго будет ходить. А, мне надо вернуться, типа, обратно. А, типа, чтобы он меня не заподозрил, просто сесть на место, да, получается? Да. Не знаю, ребят, пока месть Тичер и про вампиров мне как-то нравилось немножко больше. Так. Баргер, бургер. А, что-то с бургером связано. А, в столовую мне надо пойти, да, получается? Так, это где-то здесь. Мне надо успеть и, походу, что-то сделать с этим бургером, возможно, как вариант. Так, вот она, столовая. Честно, если бы я не увидел слово «бургер», я бы не понял, что мне тут надо делать. Хера себе тут бургер. Ну, а где лапа? А, подождите, может мне сперва надо было что-то взять, чтобы подлить в этот бургер? Так, а что мне надо взять? Что мне можно взять? Ну тут я ничего не вижу. Никакого острого кетчупа, ну ничего подобного. Блин, обратно теперь надо возвращаться. Кофе, кафе, како... А, кофе, 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 кофе. Блин, а где мне взять кофе? Блин, ну где здесь машинка с кофе, а? Чего ты бегаешь? А, типа я, короче, попался ему на глаза, и значит он меня увольняет. Ладно, рестарт. Так, нам надо найти, где взять кофе. Блин, ну со следами как-то проще было. Так, ладно, давайте здесь все осмотримся. Блин, ну хрен его знает. Ну не понимаю, я дословно все это на английском. Ну бред. Кофе, кофе. Я не знаю, может в его кабинете это надо. Неужели так сложно взять и сделать все по-нормальному? Так,
К нему. К нему он заходил, не ко мне. Здесь ничего. Просто надо искать то, что светится. Ну, нигде ничего не светится, хрен его знает. Я сейчас просто обратно вернусь к бургеру, и уверен, я ни хрена там не найду. Кроме бургера. Блин, где эта кофемашина может быть? Так, это у нас что? Как-то странно начала игра работать. Здесь тоже ничего не светится. Ну правильно, здесь что-то, значит, надо что-то с бургером сделать. Чё, блин, а чё он сразу мне не взялся? Так, а теперь мне надо просто вернуться на место. Типа, я сижу, все хорошо. А, короче, этот чувак... Неужели ты это сделал? Меня похвалили. Ну, не знаю, друзья, не знаю. Давайте еще один раунд постараемся пройти. Но игра как-то так себе, если честно. Съесть хочет. Короче, мы забрать сейчас это должны. Ну, то нечего базарить. Хочешь что-то сожрать? Бери и жри. Все, теперь мы должны вернуться. Сейчас, по-моему, кто-то обалдеет. Where are my favorite donuts? I need some calories to start the day. Ну вот так-то, друзья. Короче, ребят, не знаю, не драйвовая какая-то игра. Предыдущие игры были, ну, в разы поинтереснее, как по мне. Поэтому, ребят, здесь на вкус и цвет. Если вам нравятся, ребят, скорее игры, то мне об этом напишите, и я буду искать другие более-менее интересные скорее игры. Ну, вы были, ребят, на канале Экспировид. Ставим лайк, если вам понравилось данное видео. Если честно, ребят, мне кажется, данное видео вам не сильно понравится, потому что я снимаю его без никакого энтузиазма, так как игра мне не сильно понравилась. Но все равно, я думаю, за старание можно что-то сделать. Не знаю, что тут, короче, дальше надо делать. Всем спасибо, вы были на канале Экспировид. Всем пока. I will fire you if I see you. I'm a fire you.